Хейо, гайз, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру по названию Cat Quest. И в прошлой серии мы с вами одолели сразу трех драконов Дракота. И у нас там уже, в принципе, финалка подходит. Если мы пойдем в ту, вон вдалеке, если вы видите, конечно, пещеру. Ну, не в пещеру, а в башню. Но это у нас тогда мы уже все. Мы больше не сможем вернуться, поэтому давайте все-таки посмотрим, что здесь у нас есть. Я решил, давайте все-таки попробуем вот это пройти. Какая-то башня, типа. Приглашаем всех, 65 уровень. Но это жестко для нас будет. Первый день Рождества. Типа Рождества? 15 уровень. Давайте, в принципе, возьмем. Можно попробовать. Мы собираем отпраздновать Рождество. Но кто-то украл все наши подарки. Помогите. Но почему еще, однако, Рождество не обошлось без подобных сюрпризов? Надо помочь, бедняга. Мура. Мы хотели подарить всем праздник, но какой же праздник без подарков? Не бойтесь, мы вернем ваши подарки. Пошли разберемся на паурник. Так, все, запись идет, хорошо. А здесь не один странный след, а целых два. Придется выбирать странные следы в виде снега. Мяу, это же кучка снега. Нужно узнать, что ждет нас в конце пути. Так. Опа, стоять. Давленная пещера. Так, ладно, просто вперед, просто вперед. Все, просто вперед. Сейчас он заюзает. Готово. Блин. Так, где у нас? Там выход. Золотой, золотой. Как раз золотые сундучки. Угу, шляпа дворника. Почему дворника? Окей, ну пускай будет дворник. Полетели. Посмотрим, что тут еще есть. По снегу. Ну видите, я могу прилетать уже и все. Это быстрее все будет. А, погоди-ка, это же ритуальный круг. Происходит. Боженьки-кошеньки, приготовьтесь на паурник. Окей, у меня есть план. Быстрое падение и быстрая атака. Внезапность. Ай-яй-яй, получаю лишний урон. Ах ты, местный дурачок, еще один. Что происходит? Тихо. Маги. О, все, успел убить. Пока не закончилась сила моя. Куски какие-то. Хм, я чувствую магию. Смотри, тут написано щедрость. А благодарность. Семья. Прощение. А тут ничего. Кругом. Ага. Круги пропали, но подарок так и не вернулись. Давай сперва вернемся. Окей, полетели. С помощью быстрого полета мы вернемся. И можно еще будет в эту пещеру заскочить. По пути. Опа-на. Тихо, спим. Еще одна неразгаданная пещера. Альфа-руин. 5-й уровень. Погнали! Так. А, ну они только мне даже почти снесли весь щит и все. Молот. Улучшение. Нихера, теперь у меня будет урона. Теперь я этих парней даже пробиваю. Это ж. О-хо-хо. Если я их пробивать стал, это, ребята, многое о чем говорит. Ладно, полетели. Дай угадаю, ты ничего не нашел? Святые угодники, все хуже, чем нам казалось. Знаешь, мне тут рассказали, что в некотором городе внезапно стали появляться странные круги. Сдается мне это улика. А в каких городах? Точно был один в Рыболовске. Это совсем рядом, это я знаю где. Ой, вот твоя награда.
На плащ нельзя. Нам пора в Рыболовск, напарник. Нам пора в Рыболовск, это совсем рядом, ясно? Ясно, ясно. Это здесь. Я помню по миссии. Нет. А, окей, Рыболовск, тогда это не здесь. Очень рядом. Подожди. А, задание взять. А, не, это очень опасное задание. А, я понял вас. Второй день Рождества. Жуткое чудовище украло наши рождественские подарки. Помогите. Чудовище? Крадущие подарки? Вот это да. Именно. Оно пришло из круга и сбежало в темный лес. Мы возьмем за это дело. Полетели в лес. Погоди, в темном лесу очень опасно. Давай сперва разведаем, что и как. Что нам бояться? Враги нас не атакуют, когда мы в полете. Мил, там что? Что-то есть. Берегись, чудовище! Это же подарок. А где чудовище? А, подожди, я был в полете, что ли? И скрипт не заработал? Или... Ой, он исчез. Что происходит? Гр, не обращай внимания. Пошли, я чувствую, там что-то странное есть. Видите, они на меня не агрятся. О, нет, только не снова. Еще один. Поторопись. У нас сегодня котлетки. Давай, бери. Гр. Попадись мне этот ворюга. Еще немного, еще чуть-чуть. Ой, ты слышал? Звук идет оттуда. Это что, Йети-кот? Йети-кот, это снеговик. Мой хозяин с вами разберется, гр. Это тот, кто все это устроил? Мы его носом в лужу натыкаем. Обещаю. Трепещи перед мной, великим Санта-Кохтяузом. Санта-Клаус типа. Ты хотел сказать Дедом Морозом? Все знают, что Санта-Кохтяуза не существует. Дед Мороз? Не произноси при мне это имя. Это я отвечаю за Рождество. Я! А, типа Дед Мороз и как Санта-Клаус? Что это с ним? Эй, не, если ты Дед Мороз, кто же тогда испортил нам Рождество? Я теперь Рождество всегда проклято. Я и теперь Рождество всегда проклято. Настоящий Дед Мороз так бы не поступил. Ты не он. Эти коты не заслужили Рождества. Сними это с проклятия, мальчик. Попробуй сам сними его. Сам увидишь, эти коты недостойны. Убирайся вон. О, он нас просто вышвырнул? Погоди-ка, эти подарки, они что, живые? Мне приказали вступить с тобой в бой. Гр. Да ты надо мной издеваешься. О, точно, я ж не в полете. Сейчас подарки как ваншотнут меня. Ну, пока что я их убиваю. Тихо. Подарки радиус большой очень сильно атаки. Ого, смотри, вон там. Наконец-то подарок у тебя в лапах. Но он только один. Мяушки. С плохими вестями мы вернемся домой. В принципе, у нас еще нужно отхилиться. Блин, ну сохранимся так уж, ладно. Нам так жаль. Мы нашли только один подарок. Ох! А этот подарок, он для меня. Хорошо, ну хоть и у кого-то будет подарок. Нет, давайте откроем его вместе. Пусть он будет общий. Что? Что происходит? Щедрость. Круг исчез. Это все из-за твоей щедрости? Замурчательно. Но есть же еще один круг в Катакороде. Пока вы не ушли. Вот, возьмите. Топор Сквайра.
Теперь нам нужно в рощу. Это к югу отсюда. На том берегу. А, на том берегу, то есть там, да? Теперь нам нужно в Катагорище, возле католицы. Ага, к югу отсюда. Католица это у нас там была. Католица, 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 католица. Где же ты? Вот она, католица, да? Католица, да. А, к югу на острове, значит там. В ключевом городе. Так, сохранится. Рождество Рождеством. Новый год к нам идет. Третий день Рождества, слуга кота. 45-й уже. Пипец. Третий день Рождества, пипец. Помогите нам найти гору подарков от Деда Мороза. Гора подарков от Деда Мороза? Я думал, это сказка. Так и было. Но недавно у нас появился очередной круг, а в нем загадка. В это Рождество Дед Мороз все к этому гору подарков принес. В снежном крае след подарков исчез. Ищите их там, где на карте крест. Квест хотел сказать. В снежном крае, значит, ну ладно, мы в деле. Прелесть. Да благословит вас кошачьи боги. Так, а это получается, нам нужно лететь аж на другую часть карты. Но мы с этим быстро справимся теперь с нашим полетом, который мы добыли у великого древа, которое мы взяли квест у куста, который оказался драконом. И все так. А, это может быть ловушка того мальчика, напарник. Не стоит расслабляться. Да полетели, что ты боишься, море. У нас все с тобой в когте. Ого, сколько тут крестов. Придется проверить их всем. Это будет быстро. Здесь ничего нет. Я так и знал. Ого! Так, это уже... Так, это ж физурон, да? Да, на физурон, окей. Вот это на ман. Ах ты, зараза. Комок говна! Думаешь, мы найдем тут хоть один подарок? Мяу. Ты это видел? Я не видел ничего, я услышал что-то. Здесь след пур падает. Но смотри, еще кресты. Ну ладно, если кто хочет подараться, сейчас самое время. Давай, что это там, кошечка? Окей, кресты приближаются к нам. В центр и... наглый дух. А если я не хочу? Ну ладно, тебе вычеркиваем. Тебя вычеркиваем. Ого, появился еще один след. Смотри, какой здоровый крест. И тут еще один ритуальный круг. Будь осторожен. Бу! Опять ты. Я передумал. Давай сразимся. Копать мой лоток. Приготовься, напаурник. Давайте быстро. Вот так вот. Изи, смотри, в круге что-то есть. Опыт, опыт, опыт. Ты что, серьезно поверил, что так будет, что там будут подарки? Хо-хо. То есть, муха-ха-ха. Что? То есть никаких подарков и не было? Ох, нам придется возвращаться с пустыми лапами. Ой, бля, с пустыми лапами. Я чуть не сдох. Ну, в принципе, план был хороший. Так, запрыгнуть в середину всех этих трех кота Йети и запустить второй и первый скилл. Сработало отлично. А если б я мгновенно это сделал и сразу два раза нажал? Было бы интересно посмотреть. Ну ладно. А вот и вы. Удалось что-то найти? Нет? Как выяснилось, это была всего лишь сказка. Сказать по правде, мы для вас кое-что приготовили.
Правда, напарник, вы даете горожане оставшуюся кошачью мяту. Не самый лучший подарок. Уж извините. Ох! Пушистая, вам спасибо! Мы не можем выйти из города, так что мы давно вообще никаких подарков не получали. Ух ты, божечки-кошечки, опять оно? Благодарность. Еще один круг разорван. Благодаря тебе и нашей благодарности. Вы нам так помогли. Остался еще один круг в западном Лапсе. Но прежде чем вы туда отправитесь, вот возьмите. Рыжий конь. Итак, следующий пункт маршрута — западный Лапс. Он ближе всего к этому городу. Западный Лапс, он ближе всего к этому городу, ясно? А, какой-то город, я помню, где, окей. Мы тут... А, точно. Ну ладно, сохранился. Тут полетели. Но это сейчас будет быстренько, мне кажется, да? Буду надеяться. Какой-то город, мы летим к тебе. Получить подарочки. Но мне кажется, там будет пиздец. Знаете почему? Потому что... Если это было уже задание 45 уровня, дальше будет... От 60 где-то так. Либо от 50 какого-то. Четвертый день Кождества. Ну да. Кто-то запер в магическом круге. Помогите ему выбраться. Смотри, вон он. Вот он. Мяу, вы пришли мне помочь? Круг появился внезапно и оказался заперт внутри. Лу-лу-лу-лу-лу. Что? Это он там мурлычет. Кажется, это имя его сестры Лулу. Она Маук и служит в волшебном храме неподалеку. Может, она сумеет помочь бедняге? Мы ее приведем. Окей, полетели. Изи. Как-то изи. Привет, а Лулу здесь? Привет, Лулу, это я. Твоему брату нужна помощь. Барсику? Мил. В нашем городе не любят Мауков. И он сам выгнал меня оттуда. Чего бы это мне ему помогать? Но вдруг ему угрожает опасность. Что, опасность? Он? Нет. Не стоит его спасать. Нельзя доверять родным. Обманщик, ты что тут делаешь? А ты кто такой? Я покажу тебе, почему не стоит доверять родным. Ох, маушки, где это мы? Не бойся, Лулу, просто держись поближе к нам. Хм, давай проверим. Мороз, список непослушных котят все растет. Они еще могут исправиться, Кактаус, дай им шанс. Непослушные котята сами дарят себе подарки. Их надо наказывать, а Кождество запретить навсегда. Нет, мы не должны отчаиваться, Кактаус. Что это было? Воспоминание? Похоже на то. И думаю, оно не последнее. Так, стол поправить. Что ты делаешь, Кактаус? Я уничтожу все незаслуженные подарки. Мурозы так не поступает, Кактаус. Это же Кождество. Слишком поздно. Это что, разговор Деда Мороза? Санта Кактаусом? То есть Санта Кактаус действительно существует? Значит, тот обманщик говорит правду? Мороз, я видел, ты раздал им всем подарки. Они не заслужили. Я не дам тебе этого сделать. Кактаус, я так не надеялся, что этого не случится. Нет! Ты что, запрешь своего брата? Близнеца? Прости, Кактаус. Я никогда тебя не прощу. Не может быть, они заточили... Он заточил своего собственного брата? Кактаус?
Все эти годы я копил силы, и наконец, я свободен! Я испорчу им Кождество раз и навсегда! Кактаус, пожалуйста, не теряй надежды! Ну уж нет! На этот раз твоя очередь сидеть под замком, братец! Кактаус! Хоу-хоу-хоу! Видишь, родные всегда предают тебя. Но было видно, что вам обоим так плохо. Отпусти меня, мне нужно к брату. Ты что, так и не поняла? Похоже, придется тебя заставить. Что? Он управляет мной! Санта-Кактаус, перестань! Мя-хо-хоу! Вы уничтожите друг друга. А высокий уровень не хотели? Так, тихо. Оп. Ну, в принципе... Лулу, ты как? Я в порядке, мне срочно нужно увидеть брата. Ладно, увидимся на месте. Полетели. В принципе, знаете, вот эта херь, типа, увеличение урона, типа, берсерк, это охерительная вещь. Она дамажит, плюс, ну вы сами видели. Томас, в чем дело? Барсик, это я, Лулу. Лулу? Я себя вел как собака последняя, но ты все равно пришла мне помочь. Конечно, Барсик, ты же мой брат. Мы родные. Еще один круг исчез. Я свободен. Спасибо, кота богам. Нет, тебе спасибо, Лулу. И вам, конечно. Вот, возьмите в знак моей признательности. Шлем самурая. Прикольненько. Отлично. А еще круги остались? Похоже, это был последний. Тогда возвращаемся к королевским курорт. Королевский курорт. Прощай. Королевский курорт, ясно? Не ясно мне. Это еще где? Что за место? А, это ж наше начальное место. Рыжулька, спит он. Счастливого Кождества, 75-й. Давайте попробуем. Чудовища продолжают атаки. Нам остается только прятаться, помогите. А теперь еще и чудовище. Как-то вот здесь святыня готов на все. Так, мне... Они здесь. Можно полет. Все, спасибо. Так, окей. Блин. Вы что, забыли? Не, ну, оружие мощное, действительно. Ой-ой-ой! А кто это у меня здесь? Пруатель. Что ты тут забыл? Опа, опа. Бам-бам-бам-бам-бам. Готово. Я чувствую что-то странное на севере. Пошли, надо выяснить, откуда берется эти чудовища. Выясним, все сделаем. Полетели. Бам-бам. Бам-бам. А, там их еще больше, пошли. Ах ты, зараза. Так, мне нужно сохраниться, поспать и зайти в магическую эту. Так, а ну-ка. Давай, вылазь. А? Странно, этот круг другого цвета. Ладно, давай продолжим. Давай, короче, я сначала посплю. Да, в ихнем городке здесь. Как в
Код в городе. Сохранился, окей. Так, что по оружию? Блин, ну это минус до хера урона, поэтому нафиг надо. Это урон очень хороший, много наносит. Берсерк, поехали. Нужно его прокачать до максимума. Да-да, согласен. Это сейчас у меня какой только уровень? 6. Еще 2 раза смогу улучшить примерно. Да? А, все. Так, что по магии? 110% урона. Ох, это очень хорошо стало. И опять никаких чудовищ. Похоже, Санта Кактаус решил поиграть с нами. Давакот, мне удалось обратить колдовство Кактауса. Эти красные круги мои. Найди меня, если сможешь. Постой-ка, Дед Мороз? Нихера себе. Клянусь своими усами. Дед Мороз, это правда ты? Это всего лишь моя проекция. Но через этот круг можно попасть в мою темницу. Помоги мне освободить и спасти кождество. Оф. А кусты? Ну ладно. Давай, кот, сюда. Не подходи к нему. Узри мой непроходимый барьер. Тебе никогда его не преодолеть. Мау, ха-ха-хау. Что? Невозможно, как? О, здесь будет драка. Посмотрим, как ты справишься с этим. Так, приготовиться сразу юзать. Воу. Ух ты ж, ёпта. А маны нету. Так, нет. Немедленно перестань. Послушай, Кактаус, мне не стоило так с тобой поступать. У меня просто не было выбора. Мне очень жаль. Нет! Я покончу с тобой раз и навсегда. Подожди, давай я хотя папнусь, можно? Вот черт. Блин, ну, бегать тоже как бы не вариант постоянно от него. Хотя хер его знает. Ну пок умришь. Воу! А, фу, восполнил ХП. Ух, тихо. Пускай броня восполнится тоже. Это жестко, это жестко. Дед Мороз, почему ты еще в плену? Мы же победили Санта Кактауса. Где он? Он правда? Отхрел! Вам никогда его не освободить. Кактаус, слава как-то богам. С тобой все в порядке. Ты за меня переживал? Но почему? Ты же мой брат, чучело. Давай кождество на носу. Пора забыть про ссоры. Я не хотел обидеть тебя, Кактаус. Прости, если мои слова тебя задели. Прости меня. Я думал, ты меня ненавидишь. Я прощаю тебя. Прощение. Но
Но, Дед Мороз, ловушка все еще действует. Почему? Проклятие должно было сняться. Все нормально как-то. Наверное, слишком много времени прошло. Ты был прав, Мороз. Эти задания показали, что для котов не все еще потеряно. И ты можешь мне спасти каждый свой и вернуть надежду. Помогу. Опа. Надежда. Мура, наконец-то проклятие снято? Хорошо, что мы наконец-то на свободе, Мороз. Нам много надо наверстать, как Таус. Но прежде всего мы должны отблагодарить этих двоих. Семья. 25-й уровень. Новый год к нам идет. У меня тоже кое-что для вас есть. Надежка. Счастливого Рождества. Мура, давай возвращаться. Вау. Это классно. То есть мы, считай, спасли Рождество. Мы спасли Новый год, но... Блин, вот я бы подождал до Нового года, но это ждать почти 7 месяцев. И о чем? Даже больше. 9 месяцев. Тире 10 месяцев. Смотря, когда это видео вышло. Вы это сделали? Все подарки вернулись, спасибо. Замечательно, давайте праздновать и веселиться. Мио, вот тебе подарок. Джентл Бро, желаю тебе веселого Рождества. Мур, как мило с их стороны. Благодарность. Вау. Спасибо, веселого Рождества. Так, Рождество. 40 брони. Так, что по броне? И это лучший шлем. Поэтому... Хоу-хоу-хоу! Так, что еще мне дали? Броня. Да? Блин, тоже до хера, но все же... Ну... Даже не знаю. Давайте возьмем ее, пускай будет. Типа она охерительно выглядит на нас. А вот оружие, блин, вот оружие там 47, понимаете? Поэтому я не буду его брать. Приглашаем всех. Ну что? В принципе, и время уже подошло к концу. Давайте тогда поспим в нашем, так сказать, рыбном городочке. Не там, где мы научились ходить, а немножко поближе. Там, где французы. Ну и давайте на этом тогда закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до встречи, друзья. Всем мяу и всем пока.